В поселке Солнечный 2 города Саратова началось строительство храма святителя Спиридона Тримифунского. Чин основания церкви совершил митрополит Саратовский Вольский Лонгин. Солнечный 2 – это новый строящийся комплекс. Параллельно строительству домов возводится и храм во имя святителя Спиридона Тримифунского. К моменту чина его основания была выполнена основополагающая часть работ. Сооружен фундамент, плитами выложен пол. Собравшиеся на архиерейское богослужение жители города смогли пройти во внутреннюю часть церкви. На месте, где позднее будет располагаться престол, водружается крест. В молитвах владыка просит Господа, чтобы он соблюл строителей храма невредимыми, а основание храма незыблемым и совершен показал дом к словословию Бога. В алтарную часть стены закладывается капсула с памятной грамотой. В совершении закладки капсулы принимает участие руководитель подрядной организации Исаев Алексей Анатольевич, который занимается строительными работами по возведению храма. С помощью заранее приготовленного раствора капсула закрепляется в кирпичной кладки. Стены будущего храма окропляются святой водой. Строительство церкви началось всего лишь месяц назад. Рассчитан будущий храм на 500 человек. И когда во все дома Солнечного 2 заселятся люди, у них уже будет возможность посещать Божий дом поблизости.